что похоже на маму, которая купит родители. Плиз, пэт! Моей дочке нужен пэт! Подари маме. Я тоже хочу. Ну, доча, нам, походу, тут не рады. Поехали домой, доча. Все, уезжаем. Я у котики, с вами я, Женяша, и сегодня будет необычный пранк в Adopt Me. Как вы все привыкли, что я очень часто играю богатую мамочку, которая ищет дочку и дарит ей очень классные подарки. И очень часто многие догадываются, что я Женяша. Так вот, ребята, сегодня никто не догадается, что я Женяша, так как я буду играть бедную, несчастную мамочку, которой ничего нет, ни питомцев, совсем ничего. Я буду выглядеть как бомжик. Во-первых, мы посмотрим, вообще кто-нибудь согласится на такую мамочку стать моим ребенком. Во-вторых, я сделаю все, чтобы моя дочка от меня сбежала. Ну а, ребята, если она выдержит все мои пранки, которые я приготовила для нее, тогда я ей признаюсь, что я Женяша и подарю ей очень классные подарки. Это будет реально очень неожиданно. Так что, ребята, посмотрим на реакции игроков в игре и погнали. Увидим, кто же согласится стать моим ребенком. А также я хочу обратиться к тем ребятам и девчонкам, которые еще не подписаны на мой канал. Если вы видите эту красную кнопочку, нажмите на нее, сделайте ее серенькой. Я буду очень счастлива, если вы подпишетесь на мой канал. Это нереально крутая поддержка для блогера, если на его канал подписываться и ставить лайки. Если ты сидишь и не подписан, то обязательно подпишись, поддержи меня. А я буду стараться для тебя снимать разные прикольные видосы про Adopt Me и многие другие игры. Так что я жду тебя, мой подписчик. Подпишись, кисуля, лавки тебе. А теперь начинаем искать дочку. Ребята, я зашла на сервер, и тут девочка мне кинула пиццу. Ничего себе, обалдеть. Ну, спасибо, она увидела бомжика и кинула пиццу. Ничего себе. В общем, ребята, я пришла на сервер, и сейчас я буду искать себе дочку. Я буду писать, ищу дочку, кто хочет, пиши я. Кто согласится стать моим ребенком? О, мои котики, я тут с крысой просто бегаю. Я хочу стать мамочкой. Ребята, посмотрите, тут какая-то девочка подошла, Катя. Что? Я нашла себе дочку? О, ты это мне говоришь? Иди ко мне на ручки. Ребята, я нашла дочку, ее зовут Катя. Пойдем со мной, малышка. Я буду твоей мамой. Как тебя зовут? Ребят, мы сейчас возьмем колясочку. Вот такую. Посадим ее, Катюшу. Я как бы такая мамочка небогатая, у меня много. Говорит, купишь родители? Ребят, я что, похожа на маму, которая купит родители? Я бедная, у меня такого нету. Я ей скажу, что у меня даже райдпэта нету. Ты что, крейзи? Я просто бедная мамочка. Ребята, вы представляете, просто взяла ребенка, она мне говорит, купишь родители? Ну, купишь, говорит. Доча, нету, к сожалению. Я как бы бедная мамочка. А теперь начинаем поближе знакомиться с нашей дочкой. Она говорит, что ее зовут Катя. Ну хорошо, пойдем, пойдем, малышка. Сейчас я тебя отвезу домой к себе. Я тоже Катя. Ой, тут еще одна Катя, смотрите. Тут много Катя. Пойдем ко мне домой. Заходим ко мне в домик. Это мой дом. Тут я живу. Я ей скажу, что у меня еды нету. Она мне говорит, пошли ко мне. О, давай. Ей ведь вам мой дом точно не понравился. И она хочет какой-то свой дом показать. Сейчас посмотрим, где наша Катя живет. О, это ее дом, ее ник Даша. Ух ты, вот это домик. Вот это я не бедняга. Короче, дочку вроде нашла более-менее нормальную, ребят. О, ничего себе. Какой у нее тут дом. Ого, вот говорит. Вау, ну ничего себе, доча. Доча живет лучше, чем я. У тебя даже еда есть. В моем доме этого нету. Давайте посмотрим, что у нее тут наверху. О, и тут у нее есть кровать. Здесь можно спать, жить. Она говорит, да, можно я у тебя буду жить? Как бы мне мой дом не очень. Да, ты самая лучшая дочь. Дочку мы нашли себе интересную, но теперь давайте ее пранковать. Смотрим, как она будет реагировать на разные ситуации. Я сейчас скажу, а ты можешь мне что-то подарить? Что? Она мне говорит сама, на пэта. Что? Ты мне подаришь питомца? Да, она мне кого-то подарит. О боже, ребята, я счастливая мать. Нашла богатую дочь. Кого же она мне подарит? Вот, на, говорит.
Она мне подарила зайчика. Ого, ребята, ты же самая лучшая дочка. Спасибо. Обалдеть, дочка просто шикарнейшая. Ребят, ну ты реально классно. Прикиньте, только начали мы играть, она мне подарила питомца. Ребята, она мне говорит, переоденься. Она мне говорит, переоденься, ребята. Она пожалела меня, захотела стать моей дочкой. Привела домой, дала питомца, говорит, переоденься. Одевайся. Ну хорошо, ребят, этого я не ожидала. Так, ну хорошо, сейчас мы что-нибудь оденем. Такое не сильно броское. Вот так, вот такой костюм мне, думаю, очень подойдет. И давайте какое-то сделаем лицо. Вот, ребята, я сделаю вот такое лицо. Вот так пойдет. Она говорит, чтобы я ей волосы изменила. Окей, не хочет, видимо, бомжичку мать. Ей стыдно, наверное, с такой мамочкой ходить, да, ребята? Я думаю, это просто реально очень классная мать. Ну как, тебе нравится? Она говорит, другое лицо. И лицо ей не нравится. Окей, я такое тогда буду, вот такое. Вот так пойдет? Походу, ей нравится. Эй, ты где, доча? А, она кушать, она хочет, чтобы я ее кормила, да? Но, ребят, так, сейчас я ей сделаю пиццу. Я прямо хорошая мать, она говорит, кушать. Окей, сейчас, Доня, сейчас мы тебя накормим. На, ешь, кушай, доченька. Она говорит, спасибо. Но, ребята, меня бомжика уже переодели, как бы я так не рассчитывала, я думала, что я буду бомжиком. Но окей, сейчас мы начнем ее по-другому пранковать. Мне нужно на работу. Мне нужно на работу, дочка. Пойдешь со мной? Она говорит, окей, пойдем. Пойдем, доченька, мы тебя возьмем на ручки. Сейчас я ее научу, ребята, работать. Иди сюда, доченька, иди сюда. Я тебя сейчас научу. Повторяй за мной. Она говорит, окей. Ребят, смотрите, короче, мы сейчас меняем скин бомжика с коробкой. Не могу. Мы сейчас будем бомжевать. Плиз, пэт. Моей дочке нужен пэт. Доча, делай скин, как у меня. Ребят, смотрим на реакцию, что она скажет. Она, походу, реально моя дочка. Она меняет скин. Ребят, она ржачная. Она меняет скин. Ребят, это самая лучшая дочка в мире. Я думала, что только с богатыми играют. А тут вон она что. Плиз, пэт. Моей дочке нужен пэт. О, как получилось складно, да? Плиз, пэт, моей дочке нужен пэт. У меня есть пэт. Доча, я на работе. Не пали контору. Доча, ты чё? Моей дочке нужен пэт. Пожалуйста, дайте моей Катюше питомца кто-нибудь. Плиз, пэт. Хочешь, покажу моих пэтов, говорит? Да, давай. Дочка показывает питомца, который у нее есть. Говорит, смотри, окей, давай. Ого, у нее есть единорог. Ничего себе. Обалдеть, да Катя у меня реально не бедная, ребята, единорожка есть. Вау, подаришь мамочке? Подаришь мамочке? Ого, да он у нее еще и флай, обалдеть. Подари маме. Я тоже хочу. Пета, дайте Пета. Смотрите, дочка просто учится. Плиз, Пет, жальтесь над нами. Ксюша говорит, позови Женяшу. Что? Это моя дочка, что ли? Ого, ребята, в игре моя дочка. Она говорит, прими трейд. О, господи, ребята, моя дочка снова в игре. Обалдеть. Она что, хочет мне подарить питомца? Кракене, обалдеть, плиз. Ребят, сейчас, вот вы сейчас подумаете, это, наверное, подстава. В другой комнате играет моя мисс Ксюша. Катя, нам дарят пэтов, обалдеть. Ребята, неоновые, кельпи, шибаину, панда, Катя, Катюша, спасибо. Ксюша, это тебе, ребят, жалилась ты давно, моя собственная дочь, вы представляете? Обалдеть, спасибо, сразу вам говорю, ребята, это не подстава, даже вообще не подстава, я просто в шоке. Дочке моей дай, она у меня несчастная. Мне Ксюша подарила неонового кельпи, вы представляете, неонового, и мне, пожалуйста, тут девочка тоже хочет. Ребята, у моей дочки ничего нету, пожалуйста, помогите. Ксюша, походу, дает этой девочке питомца. Он на всех бомжиков жалеет. Я ей дала, говорит. Спасибо, не надо уже больше. Дашь собачка, я просто в шоке. Ребята, на меня кто-то сел. На меня кто-то сел. Слушайте, ребят, на это можно все. Идти бомжевать снова. Ксюша, спасибо тебе. Ты хорошая. Но нам пора домой. Она говорит, ладно, пока, бомжичка. Пошли, доча, домой.
Мы уже хорошо поработали, у нас есть питомцы, и теперь мы поедем домой. Она говорит «да». Просто милашечка. Она у меня просит, дашь мне он собаку? Окей, я ж для чего просила питомцев? Только для тебя, моя дочь. В общем, у меня очень прикольная дочка, которая вместе со мной побомжевала. Ой, кто-то за нами едет. А, это та девочка, которая была рядом с Ксюшей. Так, чё тебе надо? Чё-чё? У неё мотоцикл-единорог. Вау. Хватит от неё просить. От кого? Она вам и так классных пэтов дала. Ребята, эта девочка, которая играла с Ксюшей. Представляете, она пришла за неё заступаться. Но она же нам сама питомцев дала. Я ей сказала спасибо за питомцев. Ты чего? А у тебя мотоцикл очень классный. Дашь покататься на мотоцикл? И жирновато? А, конечно нет. Ну, доча, нам походу тут не рады. Поехали домой, доча. Все, уезжаем. Доча, садись. Садись на машину. Садись на мой прекрасный мотоцикл. Доча, иди сюда. Нет, там нам не дадут его. Садись, садись. Все, поехали. Поехали, уезжаем. Ну, ребята, Катя прям реально очень классная девчонка. Мы с ней очень весело поиграли. И настало время ей признаться. Настало время признаться, что это пранк. Доча, надо признаться. Она спрашивает, что? Я не бедная, совсем не бедная. Я играла бедненькую, чтобы проверить, как ты будешь реагировать. Она говорит, как? Я богатая, я совсем не бедная. Она радуется, говорит, ух ты. Я сейчас переодену скин красотки. Вот такая я теперь, доча. Я совсем не бедная. Она тоже переодевается. Обалдеть, вот это Катя, да, она реально классная. Я хочу тебе признаться, что я женяша. Смотрю на ее реакцию, она говорит, что? Мне ты очень сильно понравилась, и я хочу сделать тебе подарки. Ты реально выдержала все мои пранки, ты даже была всегда со мной, дарила мне питомцев, со мной бомжевала, кормила меня. Короче, реально очень классная дочка, и, ребята, я очень удивлена, что она просто взяла и стала со мной играть, такой бедненькой мамочкой, то есть поверила в меня. Так что, ребята, я ей подарю неонового кельпи, которого она очень сильно захотела, а также легендарного дракончика Райт. Так что, Катюша, это подарки для тебя, принимай, ты мне очень-очень сильно понравилась, реально классная дочка. Она мне говорит, ты самая лучшая! Ребята, ну мне безумно понравилось искать дочку в адопте в образе бедной, несчастненькой мамочки. На самом деле, я вообще думала, что вообще кто согласится ребенком стать такой сумасшедшей мамочкой. Но, ребята, нашлась девчонка, и мне реально очень понравилось. Ребята, если вы хотите продолжение этого видео, чтобы я искала также дочку в образе бедненькой, то обязательно ставь лайк, жми на кнопку подписаться и обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. А я обязательно сниму для тебя продолжение. Так что всем котики, пока-пока-пока. С вами была Женяша. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.